А вот интересно, кстати, ну, тут непонятная ситуация. Мне так кажется, что это не буря разбила, а именно что-то перестраивает в домике вот в этом. Так, секунду. Да, точно. Короче, расфигачили. Хозяева сами, смотри, тубзик там открыт для рабочих, сделали открытые. И другие объекты, они сносят, выкорчевывают, переделывают. Так жалко, смотрю сейчас прям, ну, справа по борту огромная агава. Ее прям выкорчевали. Мне всегда, блин, так жалко эти растения, эти агавы. Особенно, когда они большие, когда они вырастают классно. Ее просто выкорчевали, вытряхнули из земли. Здесь было выбито в прошлом году. Вот это вот все, камень даже видно, где поновее. Он был просто, была дырень. И вот этого мелкого камня насыпанного ничего не было. Тоже снимала. Потом достаточно оперативно после штормов приехали строители. Сделали подпорку, восстановили дорогу. Засыпали пляж и отлично сезон он отработал. Интересно, что это будет делать. Может увеличивать. Сейчас была как терраса и гаражи. А, наверное, будет что-то новое, интересное. Можно, конечно, спросить. Такая в наглую постоянно к людям докапываюсь. Будет что-то новое, интересное. Хотела... По погоде я уже по туризму немного сняла. Хотела рассказать о последствиях непогоды, которая была на прошлой неделе. Но это я сейчас, наверное, спущусь, потому что людей много гуляющих, кстати, чтобы камеру не тыкать у них. Расскажу вам о происшествиях.